Один из примеров – февральская битва 44-го года за населенный пункт 29-го гвардейская стрелковая дивизия в составе 2-го Прибалтийского фронта гвардейской армии. И сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть своими глазами эту битву. Утро. Февраль 1944 года. Место действия где-то в районе населенного пункта Великие Луки. Thank you.
Александр Кривянов.